Всем привет, с вами Арсеночка. Сегодня у нас слив обновления Фантайм, а именно трейлера. Погнали! Новый новогодний ивент, скорее всего только на этот вайп. И будет он называться «Смертоносный Новый год». Или как-то похоже. Это обычный мистический сундук, только передвигающийся. И с вот такой вот схематикой оленя. В нем тоже будут ресурсы, которые вы сможете себе забрать. Новый ивент «Снежок замедления». Это обычный снежок, который при попадании в игрока будет наносить ему урон и замедлять. Изменение ивентового античита. Теперь в мистиках будет все засекречено, и то, что вы залутаете, потом уже в инвентаре преобразится в какой-то предмет. Примерно вот так я это смог повторить. Но это все, что, по моему мнению, добавят на Фантайм в этом вайпе, ведь у них нету фантазии. Ну, или еще что-нибудь связанное с античитом пофиксят, что маловероятно. Да и в принципе все. Всем удачи, всем пока.